умеет болеть? Ты чё, она последний раз не пришла в школу, когда у неё крыша обрушилась? Ну, в смысле, у школы. И то она чисто физически пролезть туда не смогла, хотя пыталась. О чём ты вообще говоришь? Она в минус 50 в школу ходит. В гололёд. На каблуках. Этой женщине вообще ничего не страшно. Не, ну подождите, ну куда-то же она делась? Может, пробки просто? Ты реально думаешь, что это её остановит? Ей на всё пофиг. Мне кажется, если метеорит в день контрольный будет падать, она просто посмотрит на него вот так. Он развернется и полетит в обратную сторону. И она придет и даст контрольную. Давайте позвоним. Алло, Ирина Васильевна, здравствуйте. А вы где? Ясно, понял, спасибо. Ребят, она проспала. Она что, человек? Боже мой, никогда бы не подумал. Подожди, как она заболела? Она питается нашей энергией. У нее жизненных сил должно быть вот дофига. Ты сильно не обольщайся, она сейчас придет. Слышите, вертолет рядом. Слишком сочно, чтобы привыкнуть. Мой найплай со вкусом клубники. Слишком сладко, чтобы отвыкнуть. Вылетаю из такси. Боже, как же я красив. Прощайте, барабан. Таксі 1562 – це завжди. Швидка подача авто за місцем виклику, комфортні автомобілі та досвідчення. Відкриття чемпіонату Севастополя по дворовому футболу. Блядь.